На одной площадке представители общественных и государственных структур, бизнесмены округа. 8-й съезд Союза Одинцовской торгово-промышленной палаты собрал единомышленников в сфере предпринимательства. Президент ТПП выступил с презентацией о деятельности за 5 лет. Для предпринимательского сообщества Одинцова это весьма знаковый день, потому что одна из наиболее активных общественных организаций, объединяющих предпринимателей Одинцовского городского округа, практически сегодня отчитается за пройденные 5 лет и наметит планы на будущее, основные направления нашей деятельности. Период с 2016 по 2021 годы был плодотворным. Новые технологии и программы, важные встречи. Для достижения своих целей ТПП используют разные форматы. Коворкинг, возможности электронного взаимодействия. Единомышленников и коллег становится все больше. Точно количество членов торгово-промышленной палаты стало больше. И качество работы внутри торгово-промышленной палаты нас существенно поменяло. Активный действительно орган, вот не просто какой-то номинальный, а действительно объединяет очень таких неравнодушных, крупных и действительно очень активных предпринимателей. И, безусловно, принимающих неотъемлемое участие и в развитии нашего Одинцовского городского округа, да и вообще всей Московской области в целом. В округе 25 тысяч предпринимателей, из них 116 – члены торгово-промышленной палаты. На новый 5-летний срок был переизбран президент Одинцовской ТПП Виктор Тарусин. На будущее уже намечены планы и задачи. Деятельность торгово-промышленной палаты поддерживает местное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Локомотивы роста». Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».